Здравствуйте, уважаемые слушатели! Представляю вашему вниманию курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности в области теологии» с присвоением квалификации «Теолог». Сегодня в России идет активное возрождение духовных традиций, изучается богатое духовное наследие наших предков. В соответствии со стандартом образования теология является светской дисциплиной, подразумевающая собой научное обоснование религиозного мировоззрения, которое существует в различных вариантах и формах, в разных странах, на разных языках и в разных культурных традициях. Теология, она изучает эти традиции на протяжении веков. Также она рассматривает влияние этих традиций на политику, экономику, философию. Теологи, как правило, это те люди, которые рассматривают религиозные традиции изнутри, изучают ее и объясняют. Таким образом, теологи – это универсальные специалисты. Актуальность и востребовательность профессиональной подготовки теолога обусловлена современными реалиями нашей жизни. На территории нашей страны ведут свою активную духовную деятельность большое количество религиозных объединений. Особо важную роль в этом процессе играют традиционные государственно образующие религии России. Их развитие предполагает подготовку высококвалифицированных теологов, экспертов и консультантов по вопросам религии в государственных и муниципальных службах, общественных организациях, коммерческих структурах, преподавателей религиоведческих и теологических дисциплин в духовных и светских образовательных учреждениях. Их экспертно-консультативная, научно-исследовательская и просветительско-преподавательская деятельность должна способствовать укреплению и развитию межконфессионального диалога, помогать развивать религиозную толерантность и также укреплять духовное сотрудничество между традиционными и современными религиозными организациями на территории нашей страны. Уважаемые слушатели, хочу сказать, что наша программа позволит вам в кратчайшие сроки получить максимально полную информацию об основах православной теологии, систематизировать знания о религиозных представлениях человечества и, конечно же, культуры православия. Вам же я желаю приятного обучения, всего вам доброго и до свидания!